Приветствую, друзья. У меня дорогой гость. Это дочь самой нашей Рукижат. Рукижат, конечно, привет передаем. Я вот как раз как попросил твою доченьку, дорогая Рукижат, чтобы ты ее увидела здесь и успокоилась, что она здесь находится не на улице где-то, не в самолетах где-то, не в подводной лодке, а у меня в мастерской творческой. Давай, говори. Маме привет. Мам, я тебе передаю привет. Нахожусь у Хасая Магомедовича. И подписала уже книжку. Привезу тебе в Махачкалу. Ну, как замечательно, как замечательно. Ну, скажи еще что-нибудь, пускай все тебя послушают. Да, кстати говоря, мы договорились, что ты придешь с камерой, да? Угу. Она прекрасные съемки делает, оказывается. Друзья, вы познакомьтесь. Такие шикарные съемки делает. Расскажи о своей работе. Ну, я занимаюсь съемкой контента, снимаю различные ролики, монтирую их. И на этом все. И ты можешь нашу школу поднять, да? На высокий уровень. Да, на высокий уровень. Ну, друзья, пишите комментарии, пожелайте здоровья, счастья, чтобы у тебя была жизнь впереди. Знаешь, у нас же школа чуть больше, у Homo Futurus. Да, мы тебе методику дадим новую, которую вообще еще никто не знает. Мы тебе дадим, а ты нам сделаешь съемку, и мы вместе в сотрудничестве будем двигаться вперед к нашему будущему. Ты хочешь каким видеть наше будущее? Светлым и радостным. Радостным, да. А если бывают какие-то проблемы, чтобы мы могли эти проблемы, эту энергию напряжения, стресса использовать в собственных целях. Для развития, да. Ну что, пишите вопросы, пожелания, друзья. Ну, такая девочка, ну, просто с ума сойти, какая красивая умница. Рукижат, будьте здоровы, счастливы, чтобы у вас было светлое будущее, радостное. Да. Да, спасибо тебе большое.